Так, друзья, всем привет. Так, вести из гаража. Сейчас покажу. Так, по снегоходу пока ничего не изменилось. Все стоит. Осталось пока как есть. Сейчас покажу, что я еще докупил и чем буду обшивать. Вот, сейчас покажу. Так, вчера привез лист ПНД. Лист, это у меня тройка. Троечка. И еще хочу взять потоньше чуть-чуть. Что-то мне показался этот немножко толстоват. Ну, он у меня уйдет. Вот. Буду что-то им обшивать. Может двойка, может все им обошью. В принципе-то. Вот такой лист стоит 3600. Вот. В Кире. Кому интересно. Вот. На Блюхера 52А. Там у них база. Все, заехал в цех. Мы там с пареньком скрутили. В машину закинули. А, длина у него 3 метра, ширина 1,5 метра. Вот. Довольно прочный. Ну, где-то что-то будем позагибать, будем феном греть. Вот. Сегодня уже купил бурановское стекло. Обычное. Буду его ставить. Может, чуть-чуть он у меня просто покороче будет. Тут вымеряем. Все. И, короче, поставим. Так, что еще? Докупил еще два ролика. Взял два ролика. Раньше они что-то по 400, по-моему, рублей были. Сейчас по 600. Ну, ладно. Были пластиковые. Уже с подшипниками они подешевле. 500, но эти. Главное, сделано по беспутному. Подшипники не меняются. Ну, возможно, можно будет что-то там дорабатывать. Но нафиг. Взял такие. У меня и здесь алюминиевые стоят. Вот. Там у меня еще вот два ролика. Здесь вперед пойдет ролики, и здесь я еще поставлю посередине. Вот. Так что купил дополнительно, груша. Купил сразу заклепочек. Заклепками буду клепать такими обычными. Вот. 12. 5 пачек взял. Я думаю, хватит. Сегодня уже вечер, хотел поварить еще, да, обваривать, да, пробовать, ну и уже красить, да и уже хочется испытать. Так, кто-то что-то, я не знаю, мне писал, по-моему, типа сиденье вроде как высоковато. Друзья, я из-за чего так сделал? Здесь эта высота, тут же будет внутри бардачок, вот все будет тут открываться. Сделал так, чтобы сюда входила пила. Ну, там можно было, конечно, лежа положить, но я стоя поставил по ручке. Ну, думаю, нормально. Я, в принципе, садился и мерил. Мне нормально. Высоковато. Сегодня одному там человечку показывал, он говорит, как-то высоковато смотрится, будет вроде туда это заваливаться. Я говорю, сиденье-то тут укоротить недолго. Что это все фигня? Во-первых, это уже вещь, это будет съемная. Убрал, переделать. Ну, пока хочу так оставить. Не буду ничего пока менять. Мне пока так понравилось. Так что вот. Все купил. Уже завтра продолжу. Все дообвариваю переднюю часть. Все, где, какие будут усиливаться. Мне надо подфаркоп здесь усилить. Ну и все. Буду уже... Процесс уже надо будет испытаний. Испытать охота. Надо еще каракатом, заняться на подрамник. Подрамник поставить. Вариатор поставить. Когда бывает, до этого уже руки не доходят, пока думаешь, что-то как идешь здесь что-то поделаешь. Туда-сюда. Потому что снегоход он уже скоро будет не нужен. Весна придет. А каракат как раз нужен. И его надо делать, и это надо делать. Кто-то писал, года через 2-3 доделаешь. Ребят, вообще мне пофигу. Я все равно доделаю. Неважно когда. Если у вас там времени полно, понятно. Можно за месяц. Я в том году начал только делать. Все. Строительство закончилось. Вот. И нынче я еще меньше, месяц может от силы. Время есть, прихожу в гараж, что-то делаю. Конкретно я этим не занимаюсь.
Еще раз повторюсь, это так, чисто хобби. В свободное время, там, от леса, от работы придешь, поваришь, поделаешь, подумаешь. Как-то так. А вы хотите, можете хоть за неделю сделать. Я только скажу, что, молодец. А у меня, ну, долго строй. Как долго строить? Что? Я, если в общем времени, сколько я занимаюсь, так это немного. Если считать, там, летом я не занимался этим, другие дела есть. Так что это не мой основной заработок, чтобы собрать снегоход, там, продать и что-то с этого поиметь. Так что я уж объяснял. Ладно, друзья, много разговоров. Ладно, всем до новых встреч, всем пока-пока.